Привет, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов и сайт фокусыотморяка.ру. В этом видео я проведу очередной обзор очередной колоды. Колоды очень популярны во всем мире. Вот. Много задаются вопросов, какая колода лучше, это или байсиклы. Я говорю вам о колоде Талихо, а именно об ее варианте Фэнбэк. Вот в этом видео я вам расскажу и покажу, как выглядит эта колода. Так, давайте смотреть. Ну что же, друзья, давайте посмотрим на колоду Талихо. Посмотрим, что она из себя представляет. Друзья, как мы помним, да, есть как бы три таких серии карт, которые сейчас очень популярны в мире. Это байсиклы, би, талихо. Все мы помним, что байсиклы переводятся как велосипед. Ну и, собственно, велик там часто изображен на рубашках, там, на джокере. Би мы помним, что это переводится как пчела. Что же такое талихо? Что означает это название? Так вот, талихо – это фраза, которая впервые вообще появилась в английской охоте. То есть в той старой доброй Британии при охоте на лис использовалась такая вот фраза «талихо», то есть означает «ату» или «взять». То есть это была команда для того, чтобы начать преследовать зверя. Так вот, вот эта самая фраза и сюда была занесена. Именно этой фразой как бы и назвали серию вот этих вот карт «талихо». Ну что ж, давайте посмотрим поближе на колоду. В общем, колода у нас, вот это как бы классическая колода, Original Fanback, есть еще Circleback, там они различаются рубашками. Вот в данный момент у меня Original Back. Итак, колода есть красного, синего цвета. У меня она сейчас в синем цвете, то есть, собственно, синий и белый цвета здесь единственные, которые мы можем увидеть. Вообще, производство карт, вот именно Талихо, было основано еще в 1885 году человеком по имени Эндрю Догерти. То есть, собственно, вот эти вот инициалы здесь и остались. А. Догерти. То есть, и значок R, то, что это как бы является торговой маркой. Эндрю Догерти. Вот. В 1896 году Эндрю Догерти передал управление бизнесом трем своим сыновьям, которые после смерти Догерти, Догерти, кстати, умер в 1905 году, они в 1907 году продали свое производство, свой бизнес компании, которая сейчас известна как United States Playing Card Company. Тогда она еще называлась United States Printing Company. Лишь в 1994 она была переименована в United States Playing Card Company. Так вот, давайте посмотрим, что у нас здесь еще написано. Значит, по поводу Догерти понятно, кто это и почему эта надпись здесь присутствует. Да, кстати, как мы помним, компания B Playing Cards, она образовалась как раз вот именно тоже от компании вот этого самого Догерти. В 1892 году она отпочковалась. Итак, кажется, да, что вот такая вот, казалось бы, что за надпись, а вот такие вот интересные исторические факты за ней кроются. Итак, что мы еще видим на рубахе, ой, на рубашке, на колоде, на нашей коробке? То есть надпись «Linoid Finish». Как мы помним, покрытие байсиклов – это Air Cushion Finish, покрытие B – это Cambric Finish, у Талихо есть свое покрытие «Linoid Finish». «Linoid Finish» – оно как бы, это как бы дополнительный слой на картах, и он сделан для того, чтобы сохранить их от липкости. То есть, чтобы карты были лучше скользили и с ними лучше делать всякие флориши, где необходимо именно скольжение карт. То есть все мы помним, что когда покупаешь новые карты, начинаешь ими пользоваться, куда-то таскаешь на улицу, они со временем становятся грязные, края здесь начинают пачкаться, они начинают немножечко слипаться. Так вот, Талихо как раз, они в этом плане более, ну, более лучше, что ли, сделаны. То есть они не так будут липнуть, как, например, байсиклы там, или би. Итак, значит, надпись «Linoid Finish», понятно для чего. Дальше надпись «Playing Cards», ну, то есть игральные карты. Номер 9, кстати, по поводу этой цифры информации я не нашел, но я так думаю, что это тоже как-то связано с номером колоды, типа как в B номер 92, скорее всего, Талихо колода номер 9, там,
какой-то своей иерархии. Так что, если кто знает точную инфу, пожалуйста, в комментариях напишите, буду очень признателен. Далее, с торцевой части у нас надпись United States Playing Card Company. Ну, это та самая компания, которая сейчас выпускает эту линейку карт. Снизу надпись Tallyho. Здесь какие-то данные еще идут, где произведено, адреса. Покер 9. То есть, ну, я так подозреваю, что все-таки это номер колоды. Далее здесь надпись Linoid Finish Made in USA. Ну, то есть, опять же, покрытие сделано в Соединенных Штатах. Опять же, покер номер 9. Покер, размер покерный, да, номер 9. Ну, наверное, все-таки колода номер 9. Здесь вот на обратной стороне у нас изображена рубашка, которая находится на картах именно вот Fanback. Есть Circle Back, там немножко другая рубаха. Ну, не немножко, там совершенно другая рубаха. И есть вот Fanback. Вот так вот выглядит наша коробка. Что ж, давайте откроем, посмотрим карты. Да, на язычке, как всегда, надпись о том, что Tallyho, все изображения Tallyho, логотип, дизайны, джокеры, пиковые тузы и так далее, являются торговыми марками компании United States Playing Card Company. Откроем наши карты и достанем их. Итак, ну, первым делом, конечно же, куда мы без рекламных карт. То есть первая рекламная карта показывает то, что у нас, то, что это Bicycle Cards. Они находятся, то есть их можно найти в Фейсбуке, в Твиттере, в Ютубе. Здесь также Bicycle, Get in the Game. Помнишь ли ты правила и так далее. В общем, здесь призыв посещать их сайт и учиться там чему-то новому. Здесь скидочная карта. То есть также есть персональный код скидки. Вы можете купить одну колоду за столько-то, две, три и так далее. В общем, я в эти надписи особо как-то не вникаю. Итак, далее что? Ну, давайте начнем, как обычно, с джокеров из пикового туза. То есть это как бы единственное отличие в этой колоде. Итак, джокер. Один из них, как всегда, гарантийный. Здесь, собственно, написано гарантия. То есть, если есть дефекты, то есть возвращаете пикового туза и дефектную карту по адресу. Вот такой этот адрес здесь указан. И вам колоду заменят бесплатно. Далее. Второй джокер. Это тот самый джокер, который появился. Поначалу в Tallyho был джокер другой. И была надпись Jolly Joker. Потом уже появился вот этот вот джокер. Охотник на лис как раз. Вот эти вот кнуты у него погонщика, да. И вот этот вот костюмчик. Что вот это означает? Что-то он в руке держит непонятное. Может быть, это лисий хвост. Хотя вроде он должен быть другим. Ну, тем не менее, вот в начале века, в 1905 или 7, по-моему, году, джокер стал вот именно таким. Вот таким его прорисовали охотником. И крик вот этот Tallyho. Ату или взять. Вот такой вот джокер. И вот такой вот очень-очень красивый туз-пик в картах Tallyho. Значит, имеется надпись, значит, сама, да. Дальше надпись Playing Cards. И здесь вот такие вот сверху узорчики. Здесь такая вот подкова мы видим. Здесь кнуты вот этих вот погонщиков, да, охотников. Такие вот лежат на пиковой масти. Здесь в середине такое вот что-то вроде колеса. На нем повешена цифра 9. Это опять же, наверное, то, что... Ну, колода номер 9, наверное, я так подозреваю. И вот это вот, то ли буква D означает, что догерти, то ли буква N так криво нарисована. В общем, не знаю, что это означает, но так подозреваю, что все-таки это D означает, что догерти. То есть Эндрю Догерти, основатель компании, которая выпускала эти карты. Итак, вот такой вот у нас пиковый туз. Очень-очень красивый. Давайте посмотрим сразу уж тогда на рубашечку. Что мы видим на рубашке? Рубашка у нас изображена вот таким вот образом. Что есть на ней? То есть, вот эта рубашка именно Fanback. Есть еще рубашка Circleback.
там такой круг нарисован, и такие типа как лепестки или как ножи там выложены. Я не присматривался, если честно. Так, навскидку посмотрел, сразу такая мысль появилась. Вот. Вот такая вот рубашка. Что здесь нарисовано? Здесь нарисованы, значит, такие вот ветви, растущие во все стороны, и на них такие цветущие цветочки. Здесь по центру нарисован квадрат, по краям такие вот, типа как четырехлистный клевер, и в середине такие вот, типа как погремушки скрещенные, и там нарисованы птицы, которые сидят на ветках. Вот такая вот рубашка. И то же самое прорисовано здесь. То есть здесь птица с птенцом, здесь птица с птенцом. Ну и, собственно, на обратной стороне все то же самое. Вот такая вот рубашка. Итак, что касается, значит, самих карт. Изображения на этих картах классические, такие же, как на Bicycle-стандартах, расцветки тоже все классические. Если мы просмотрим карты, мы видим, что все они изображены классически. Валет уже нам привычный, дама, король. Бубновая мазь такая же красная, как и всегда. Такой же валет бубновый, дама, король. Крестовые все те же самые. Здесь вот червовый король такой же, дама, валет и так далее, так далее, так далее, все карты. Что касается скольжения, то есть как бы пишут, да, что они более скользкие, более там какие-то, но возможно со временем, да, когда Bicycle начинает терять свои вот эти вот скользящие преимущества, да, то есть, то у Tallyho они, видимо, сохраняются. Ну, не знаю, у меня Tallyho как бы не было никогда, поэтому я не могу судить. Но вроде скользят так же, как и обычные байсиклы, так на первый взгляд. То есть все делается хорошо. Ленточка раскладывается просто изумительно. Веерятся тоже они на славу. Да, заметил, кстати, одну интересную вещь здесь. Если взять, например, вот несколько картинок первых, так навскидку, да, вот так вот разные давайте возьмем. Не знаю, может быть, мне просто попалась такая колода, но дело в том, что вот все-таки одна сторона здесь поуже, чем другая. То есть вот эта сторона явно пошире, чем вот здесь. То же самое на рубашке. Видите, одна сторона немножечко уже, другая немножечко шире. То есть это можно использовать в своих каких-то целях. При показе фокусов, когда там вам карту переворачивают или еще что-то. То есть с помощью вот этого можно очень прям легко узнать вашу карту. То же самое смотрим на даме. Ну, просто я так думаю, что это неровно напечатали. То есть здесь явно пошире, здесь явно поуже. То же самое на рубашке. Здесь явно поуже, здесь чуть пошире. То же самое здесь. Здесь чуть-чуть поуже, здесь чуть-чуть пошире. Здесь то же самое на рубашке. Чуть поуже, чуть пошире. Например, если взять байсиклы вот мои, то на них я такого не замечал. Если взять вот здесь, посмотреть, то здесь вот вроде как все одинаково. 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 Тоже одинаково. Ну, может быть, и есть чуть-чуть слегка, но это не так явно бросается в глаза, как вот на этих вот картах на Tallyho. Но я не думаю, что это особенность карт Tallyho. Я думаю, что это просто всего лишь так они были напечатаны немножечко неровно со смещением. Но, если честно, то лично для меня, лично я это приветствую. Потому что мне было бы прикольнее иметь вот такие карты, которые немножечко неровно напечатаны. Для своих, значит, беспалевных каких-то махинаций. Ну что ж, друзья, вот это был такой вот обзор карт Tallyho.
Если кому интересны эти карты, то ссылку, конечно же, на покупку этих карт на самые нормальные магазины я оставлю в описании ролика. Вот. Карты достойные. Если вам нравится дизайн, все изображения, то, конечно, можете покупать. Карты очень-очень классные. Ну что ж, друзья, на связи с вами был Сергей Куликов, он же Моряк. До встречи в следующих видео. Пока!